Привет! Вы на канале Мисс Зайка. И на канале... И я еще. Из котика ПС. Меня зовут Няша, кстати. Кто не знает. Ой, да. А меня зовут Красочка, кто не знает. Тебя все знают. Не знаю, тебя тоже все знают, кстати. Ладно, давайте, поехали. Ой, наконец-то я пришла. Хорошо, что я первая. Вон тот. Вот этот ряд вроде бы мой. Сяду пока тут. Так, ну что, пошли? Окей, пошли. Так, ты не знаешь, где наши места? Да вроде вон те вторые. Пошли. Окей. Я около окошка. Мое место. Мое место. Ну ладно. Плохая сестра. Сяду сюда. Ой, ужас какой. Хорошо, что я не с ней. Это было бы просто ужасно, если бы я бы с ней была бы. Так, ну что, дедок, пошли. Так. Женщина. А, да, что случилось? Вообще-то это наши места. Ой, извините. Я тогда пересяду на те места. Хорошего вам полета. Так, ну что, давай я около окна, давай. Какая разница здесь? Окей. Так. Я сидю под руку. Ой. Мам, мы приехали. Мы еще никуда не приехали. Ну, мы только на самолет садимся. Мы только на самолет садимся. Ну и что? Мы же не приехали. Не, ну мы уже скоро приедем. Да. Да, ты права. Вон те последние наши места. Да? Угу. Мисс. Мисс. Да, что случилось? Это наши места вообще-то. Ой, извините. Я просто перепутала места. Ой, получается, я с той тетей сижу. Ну да, это не наша проблема, как бы. Садитесь с ней. Угу. Ну ладно. Мам, можно я около окна? Нет, ты еще слишком маленькая, чтобы сидеть около окна. А, ну ладно, сяду пока тут. И, кстати, это детское место. Около окна более взрослым. Здравствуйте, мисс. А, кто вы такая? Я не знаю вас. Вы пропустите меня на первый, ну, туда? Нет, не пропущу. Вы что, какой-то террорист, что ли? А, напали на меня, напасть на меня хотите? Обокрасть хотите? Я никого не хочу обокрасть. Просто я хочу пройти туда. Ой, не брите. Ну просто пропустите меня. Что там случилось? Да она не пропускает меня. Ой, блин, разоралась тут. Проходи. Большое спасибо. Целую минуту с вами разбиралась. Боже мой. Уважаемые пассажиры, мы начинаем подниматься. Точнее, начинаем взлет. Поэтому пристегните ремни и сядьте на свои места. В туалет вы можете сходить только тогда, когда на табличке будет нарисовано знак «Пристегните ремни». Ладно. Хорошего вам полета. Спасибо! Мам, я в туалет хочу! Только же тетя сказала, что нельзя! Ну, мам, я очень сильно хочу! Я же тебе говорила, надо было выйти перед этим! Ну, я очень сильно хочу! Она же сказала, не отстегивайте ремни! Сейчас табличка будет? Не будет гореть, точнее! Тогда ты сможешь пойти! А, ну ладно, хорошо!
Уважаемые посетители, самолет набрал нужную высоту. Теперь вы можете ходить по салону. Мам, теперь можно выйти? Да, расстегивай ремни и выходи. О, хорошо, спасибо. Наконец-то я вышла. Так, это Надь пока посидела, она тут. Окей. Я пошла тоже. Скоро мы отдаем обед. Скоро мы будем давать обед. Где-то через 20 минут. Мы, кстати, летим на самолет. Этот самолет летит на Кипр, если кто не знает. Поэтому приятного вам полета. Скоро мы дадим вам еду, и поэтому все будет ду-ду-ду. Уважаемые посетители, просим вас пристегнуть ремни. Сейчас начинается турбулентность. И сесть на свои места, пожалуйста. Приятного вам полета. О, боже мой. Фух, успела. Турбулентность. Мам, а что так это ушки закладывает? Ну, я не знаю. Все, меня тоже ушки закладывает. Не бойся, все хорошо. Не переживай, мы не упадем, надеюсь. Надейся. Ой, господи, что-то в туалет забыл сказать. Уважаемые посетители, мы пролетели турбулентность, и сейчас я буду давать вам вкусную еду. Ура! Так, я сейчас за ней схожу. Подождите. Здравствуйте, вы чего-нибудь будете? Да, можно мне, пожалуйста, куриную ножку? Одну? Нет, я даже не знаю, ну давайте одну. Хорошо. Мисс, а вы что-нибудь будете? Да, дайте мне, пожалуйста, просто воду. Воду? Хорошо. Вот ваша вода. Она в баночке тут хранится. Вот ваша вода. Спасибо. Спасибо. На здоровье. Здравствуйте, вы что-нибудь будете? Я ничего не буду. Мне, пожалуйста, обычную воду. Просто воду? Хорошо. Вот ваша вода. Спасибо. На здоровье. Здравствуйте, вы что-нибудь будете? Мне, пожалуйста, кекс. Кекс? Да. У нас кексы не продаются. Тогда ничего. Ничего, да, хорошо. Мне тогда банан. Банан? Хорошо. Сейчас будет. Один. Передайте вашему соседу. Все. Здравствуйте, вы что-нибудь будете заказывать? Дочь, будешь что-нибудь? Мне, пожалуйста, банан. Окей. Вот ваш банан. А мне тогда уж капучино. Капучино, сейчас будет. Спасибо. Все, приятного вам аппетита. Спасибо. Так вы будете что-нибудь еще заказывать, мистер? А что у вас есть? У нас остался чай, у нас есть куриная ножка. У нас есть яблоки, сосиски, всякие. Давайте. Тортик тоже есть. Очень давайте вкусный. Яблоко и курицу. Яблоко и курицу сейчас буду. Приятного спасибо. Вам полета. Спасибо. Уважаемые пассажиры, сейчас мы начинаем посадку. Начинаем посадку, и приятной вам посадки, и приятного отдыха на Кипре. Ура! Спасибо! Спасибо! Приятного вам полета! Мама, мы скоро будем. Да, скоро. Няша, скоро мы? Да. Мы приземлились на Кипре благополучно.
Приятного вам полета и хорошего отпуска. Спасибо. Наконец-то мы прилетели. Ой. Сейчас я буду собирать вашу еду. Все, вы можете спокойно, благополучно уходить. Ура, наконец. Пошли, Надя. Пойдем. Ой, блин, мне надоело с ней сидеть. Она мне уже не нравится. Противно. Так, все, до свидания. До свидания. Ну, ой, что, самая первая пришла, самая последняя уйду. Нет, 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 нет. Ура, мама, пошли, я хочу уже. Дочь, ты так быстро убежала. Я даже не успеваю за тобой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мистер Зайка. И, конечно же, на Мисс Котик ЛПС. Пока! Пока-пока!